Привет всем, друзья! Добро пожаловать обратно! Варлок проходит The Binding of Isaac Antiverse. Слишком длинное название. Не показывай всем свой забег, который ты делал в тестовом режиме. Там очень хороший забег. Но я его начал просто, когда звук тестировал. Окей, мы начнем новый. В том тестовом забеге я играл Лазарем. Знаете, кем мы еще не играли? Мы еще не играли Иудой. Или мы играли Иудой? По-моему, мы не играли Иудой. Вот, Кейном мы точно не играли. И Магдаленой. Давайте Каином поиграем. Он у нас точно в боях не участвовал, на фронт не ходил. И он начинает с ключом, что очень хорошо, потому что мы автоматически можем попасть Каином на дополнительные уровни Afterbirth. Сразу со старту комната с боссом. Рядом с ней комната с предметами, поэтому меня интересует, в принципе, это дело. Так, ну-ка гляну на статы слева. Не объяснили, что делать с этими статами, но... в комнате с предметом шарик с жидкостью или с чем он там, старым. Не особо меня радует, хотя замедление, знаете, иногда срабатывает замедление при выстреле. Иногда за нами лужа, ну лужа с замедляющей жидкостью за нами постоянно. Это смола, наверное, шарик со смолой, да, тар. Вроде смола переводится, я не уверен. Но в любом случае... мы будем замедлять противников. И знаете, я хотел сказать, что это так себе предмет, но для такого, как я, самое то, по-моему. Конечно, у него есть ограничения. Естественно, на противников, которые летают, он не действует. Понятное дело. Интересно будет посмотреть, будет ли действовать этот шарик с замедлением на водоплавающих противников. Потому что, ну как бы... ну, с другой стороны, мы типа же разбрызгиваем жидкость, поэтому она смешается с водой и будет замедлять водомерок. Ну, хорошо. Это меня радует. Оп. Маленький Стивен. Ожидаемо из Стивена. Тоже неплохо. И знаете что? Я вижу вот синий камень. Я вижу синий камень, который нам дает синее сердце. Отлично. Просто замечательно. Да, я, кстати, в курсе, что нам надо бы бета не поиграть и все такое. Мы это сделаем обязательно. Не волнуйте свои маленькие головки. Мы будем играть бетане. Все будет офигенно, непременно все будет офигенно. Если ты играешь Беттани, играешь Беттани, играешь Беттани. Если ты используешь ее книгу, используешь ее книгу. Только у нее нет синих сердец, синих сердец. Поэтому она сосет. Ну, тут такое дело. Я буду играть Беттани. Давайте через один раз, что ли. Один забег обычным персонажем, второй Беттани. И как-то будем потихоньку развиваться. Развивать свои навыки. Так. 10-центовая монета, это круто. Так, тут эти тоже пауки, да? Тут нету ничего. Золотой сундук. Так и тянет меня его открыть, но не могу. Не могу себе позволить. Мы должны этот ключ использовать по назначению. Я бы с радостью вот этот сундук бы открыл, если бы нам дали бомбу еще одну. Но мы бомбу, вау, потратили, чтобы синее сердце раздобыть, которое тут же потеряли профессионально в комнате с чемпионом. Молодец. О, зато две бомбы здесь. И я вот вижу, кстати, еще одно синее сердце в синем камне. Синее сердце в камне синем. Так, а как нам? Мы к нему попадем, что ли, вообще? Нам не попасть к нему, да? Я думаю, что мы сейчас только зря можем потратить его. Давайте, знаете что, давайте лучше не будем так делать. Бомба. Я бы предпочел, наверное, все-таки секретную комнату найти, если она здесь есть. Да. И здесь у нас еще бомбы. Доступ в магазин. Эх, не открылся. Знаете что, я использую бомбу, чтобы попасть в магазин. Вдруг там по скидке что-то есть. По скидке ничего нет. Есть кусочек мыла или что это? Розовый предмет. Я не уверен, что он делает. Знаете что, я ради того, чтобы купить новый предмет, пожертвую нашей машиной. 2, 3, 4. Как раз 1 цента не хватило. Зашибись. Пойдем отсюда. Пофиг. Погнали. Погнали в канализацию. У нас нет ключей, нет бомб. И мы идем в канализацию. В принципе, у нас нормальный расклад. У нас довольно... ну, скажем так, не самый отвратительный урон за счет того, что мы маленького Стивена подобрали. И мы замедляем противников иногда. Тут же половинку красного сердца, блин, в смысле, половинку духовного сердца мы провтыкали. Ох, эти ребята, которые кидаются ведрами, я прямо не люблю их. Они прям злые. Ключ, это есть гуд. Так.
гордость. Не самый опасный противник, зато противник, который может дать нам что-нибудь полезное. Например, карту. Карта мира. А она вообще для нас не работает сейчас. Ничего не даст, да? У-у-у, эти ребята невидимые. Они невидимые, в смысле, они подводные. Ну, точнее, они невидимые буквально. И это, я, судя по всему, только их отражение вижу. Еще не конец. Это еще не конец. Вот теперь конец. Окей. А, духовного сердца больше нет. Зато есть вафля. По-любому вафля. Между пиявкой и вафлей я выберу вафлю. Вот, до свидания, шансы на сделку с дьяволом. Прощайте. Было приятно познакомиться. Меня зовут Варлок. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Если это так, то не уходите, пожалуйста, все будет нормально. Мы потеряли сделку с дьяволом. Да, это не смертельно. Это не смертельно. У нас есть ключи. Мы еще можем магазин найти. Так, призраки. О, мой бог, вы, должно быть, шутите. Я бы сейчас говорю вам, я бы с радостью кинул в них бомбу. Они ушли. Куда они ушли? Когда в комнате кончаются... Когда в комнате заканчиваются... Нет, пожалуйста, не надо. Не убивайте меня, мои хорошие. Когда в комнате заканчиваются камни или ведра, то призраки улетают. Интересно. Будем знать. Полезная информация. Очень. У нас половинка сердца. Это плохо. Я бы хотел найти магазин и полечиться. Нет, не атакуй посередине головы. Эти головы посередине, они абсолютно безопасны, пока мы их не трогаем. Вот, а теперь, когда мы убили всех остальных атакующих противников, можно уже разобраться с неагрессивными головами. Давай, стреляй в них. Сделай это! Молодец. Пилюля, пожалуйста, полное лечение. Увеличение удачи тоже может быть полезно. Магазин где-нибудь. Не-не-не, такая же комната, не стреляй в головы. Не стреляй в головы! Призрак! Этот призрак, он сыграл лучшую игру в своей жизни. Он толкнул голову. Эта голова покатилась, и она стрельнула в меня. Вы видели? Это была кооперация. Они в коопе играли, этот призрак и голова. Я сосу. Я только что отсосал большой конский хер у игры. Я, в принципе, какое-то удовольствие от этого получил, поэтому продолжим и начнем заново играть тоже Каином. Сегодня мы играем Каином. Мы умерли не так рано, чтобы я начинал играть Азазелем и мстить игре. Мы попытаемся сделать все, что нам под силу, для того, чтобы победить. Кстати, я, если что, чтобы заинтриговать вас, чтобы вы сейчас не забросили это видео, я заинтригую вас, скажу, что мы теперь имеем возможность найти суперсекретного босса. То есть мне в комментариях написали, как правильно действовать с дополнительными фишками. Ну вот этот, куски ключа нового, ну или ножа. Собирать как их. Так что, когда мы дойдем до этих пунктов в игре, то я, в принципе, знаю, что нам делать. Я, кстати, ненавижу эту битву с этим, блин, боссом расчетверяющимся. Из него класс, одна тролль-бомба выпала. Я офигею. Спасибо, игра, что ты меня любишь. Я тебя тоже не забуду никогда. Но, опять же, я еще раз повторюсь. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы умирать на новом этаже. Этот этаж новый, я его никогда не видел раньше, ну до того, как начал играть в Antiburst. Я скажу, что он, по-моему, посложнее, чем катакомбы. Ну, может, он такой же по сложности, но за счет новизны он вызывает проблемы. D4 перебрасывает все наши предметы, которые у нас в наличии. У нас сейчас в наличии предметов нет, правильно? Или есть? У нас есть счастливая нога. Каин начинает с счастливой ногой, по-моему. Ну, это... Ну-ка, счастливая нога, ты есть у меня? Да, ты у меня есть. Мы можем ее перекинуть во что-то другое. Давайте так и сделаем. Почему нет? Вот, проникающие выстрелы, это намного интересней. Увеличение максимального здоровья, класс. О, новая королева. Стреляет, осторожней. Эта королева стреляет. В смысле, вдова, а не королева. Ну, один хрен. Королева-вдова. Стреляешь? Нет, просто прыгает. Вот, выстрелила. Ну, это хотя бы паутину не раскидывает кругом. Все равно оставляет эту черную жижу, смолу, как мы оставляли за собой на прошлом забеге. Но с проникающими выстрелами... Стрелец. Это стрелец называется предмет. Знак зодиака. С проникающими выстрелами она от стрельца, она проблем у нас не вызвала. Бустер-пак дает нам высшую...
высшую принцессу, императрицу, императора и двойку бубей. Ну, двойка бубей меня интересует. Если мы насобираем денег, я с радостью ее использую в личных целях. Ну, а возьмем мы с собой, наверное, императора. То есть, если нам удастся раздобыть хотя бы одно синее сердце, я с радостью возьму с собой императора и применю его сразу, когда мы зайдем на следующий этаж, чтобы гарантировать нам сделку с дьяволом. Я знаю, что это нубская фигня, как бы. Но, кстати, синего сердца что-то на горизонте нету. Нет. Пожалуй, я не буду брать проклятый череп. Где у нас секретная комната может быть? Здесь. И она там была. О, деньга. Вот, теперь с такой деньгой мы хотим идти в магазин. Это точно. И там, если что, мы используем двойку бубей для получения дополнительных средств. И как раз самое то. Мы используем двойку бубей. Смотрите, берем чемпионский пояс, который нам урон увеличивает. И берем синее сердце. Все. Мы заряжены для следующего этажа. Можно бомбу использовать для поиска второй секретной комнаты? Давай. Здесь было, белое ангельское сердце. Это хорошо. С собой мы возьмем... Я императора возьму. Я, вот как я и говорил, я использую его сразу. Есть ли смысл? Нет, мы будем использовать D4. Не будем брать императора. Императора не беру. Беру с собой высшую жрицу. Чтобы, если что, на босса я ее использую для уничтожения этого гада. Так, мы в канализации. Хорошо, у нас проклятия никакого нету. Хотим ли мы перекидывать предметы постоянно? Использовать D4. Как я собираюсь использовать D4 сейчас и в будущем? Ну, пока что, поскольку это для нас новый предмет, мы будем его использовать направо и налево, я думаю. Будем использовать, пока, блин, у нас не возникнут какие-нибудь критические ситуации. Я ненавижу эту комнату, кстати, если что. Это, если бы не проникающий выстрел, у нас была бы куча проблем. Знаете что? Я одну бомбу использую здесь. И мы получили пиявку. Окей. Из ведер можно получить пиявку. Это кое-что новенькое. Будем знать, это очень полезная информация. И знаете что? Я сейчас перекину все эти предметы. Да, мы получили пиявку, я тут же использовал. Мы получили 48-часовую энергию. О, мы можем наперекидываться сейчас. Две мушки дополнительные. А, знаете что, мне здесь ничего не нравится. Ну, мы получили бомбы, что нам пригодится. Давайте еще раз перекидывать. Я такой крутой, что перекидываю прямо в комнате с противником. Какая-то батарейка у нас еще появилась теперь. Прямо в комнате с противником перекидываю. А, да, у нас есть папа длинноног. Классно. У нас есть куча батареек опять. Ау. Потеряли половинку синего сердца. Папа длинноног. Круто, все прекрасно. Еще раз. Еще карта император. Вот, вот оно. Мозг Боба. Тоже все классно, но не то. Больше батареек. Нам нужно больше батареек. У нас дофига синих сердец. Какие-то новые предметы. У нас есть тень Иуды. Я думаю, знаете, что мы хотим? Мы хотим использовать тень Иуды. А потом уже дальше себя перекидывать. Поэтому там столько батареек просто, что, знаете, я умру прямо в этой комнате. Друг, убей меня. Я знаю, что мы теряем кучу синих сердец. Это глупо и все такое. Но я вам говорю, мы сейчас наперекидываем себя, еще зарабатываем в перебросах себе синие сердца. Я буду перекидывать, пока у нас что-то действительно крутое не будет. Убивай, давай, сделай это. Будь мужиком. Покажи класс. Молодец. Теперь мы воскресли в виде темного Иуды. Здесь мы подберем мистера Бума. Ну, он нас точно не интересует. Это активный предмет, который бомбу ставит. Теперь перекидываем. Мы остаемся темным Иудой. Теперь у нас, смотрите, бонус у нас есть. К урону все равно темного Иуды. Это прикольный переброс, но ничего суперского. Давайте я какой-нибудь хочу найти один сильный предмет. Тоже ничего особенного. 48-часовые энергии продолжают нам падать пилюли, так что перебросы у нас бесконечные. Я найду один сильный предмет для нас, какой-нибудь супер-супер сильный. Вот, деньги, хорошо. Это может вам скучно показаться, но мне нравится то, что мы сейчас сделаем.
Так, ну что? Еще раз. О, я хочу какой-нибудь новый. Знаете что? Пойдем пока что. Мы не можем добраться до той батарейки. Пойдем пока что. Заражение 2, Infestation 2. Оно очень крутое. Оно призывает пауков, когда мы убиваем врагов. Очень хороший предмет. В принципе, у меня проблем с ним нету никаких. В принципе, мы можем вот этот забег оставлять, и мы в шоколаде. У нас отличные перспективы будут. У нас нет ничего такого, чтобы прям ух. Чтобы ух и ах. Я, кстати, заметил, что вместе с переброшенными предметами исчезают у нас дополнительное здоровье красное. Чего не случалось в обычном Айзеке. В обычном Айзеке можно было читерить, перебрасывать предметы и набирать кучу себе дополнительных сердец красных. Но опять же, это очень крутой забег. Ну давайте подождем немножко. Знаете что, я бы на босса предпочел идти 100%, чтобы у нас хотя бы одно красное сердце было, чтобы мы взяли сделку с дьяволом. С другой стороны, на кой хер нам сделка с дьяволом, если... Если мы все равно ее перебросим, наверное. А может, не перебросим. Давайте попробуем еще раз. Бомбы. 48-часовая энергия. Еще раз. Вот. Здоровье. У нас есть здоровье, так что пойдем. Завалим этого парня. Итак, я опять пропустил его заставку. О боже, я худший человек, когда-либо созданный земной женщиной. Я приношу извинения. Я прошу прощения, мне очень жаль. Я обязательно исправлюсь. Но это какие-то рефлексы у меня дурацкие. Ах, не получили сделку. Ну, это здоровье, классно, у нас есть здоровье, давайте перебросим еще раз. О, слушайте, я вот это оставлю. У нас есть ключи, кстати, надо вернуться за комнатой с предметами. У нас есть волшебный гриб, у нас есть мулиган, или как-то там мухи. В общем, мухи, мы призываем мух в больших количествах. Зайдем в магазин, глянем, что тут. Пока что я похожу с этим. Я куплю мамину сумочку, чтобы мы два амулета могли носить. И... Я куплю огненный взгляд. Огненный взгляд — опасная штука, но веселая. Опасность и веселье — это мое второе имя. Так что посмотрим, что у нас. Здесь нету секретной комнаты. Ну нифига себе. Комнаты секретной нет здесь, юный падаван. Ищи ее в собственной силе сначала. Сначала победить себя ты должен, и лишь потом секретную комнату найти сможешь. Окей. Мы сейчас поиграем вот в этого парня, а потом мы поиграем в демонического парня. И мы, знаете что, мы взорвем вот этот автомат, он нас не интересует сейчас. И к тому же из него выпала батарейка, так что если мы, если что, мы перебросим. Не самая полезная фигня. Фасоль какая-то отстойная. Ты нам даешь половинку здоровья, спасибо. Хорошо, теперь взорвем этот автомат. Ах, я рассчитывал, что из него здоровье выпадет. Знаете что, я пожертвую синие сердца. Нет, расплатись, спасибо. Так, он расплатился очень хорошим шприцом. Знаете что, мы, наверное, оставим себе этот забег, он крутой. О, еще и гимпи. Я не хочу отдавать этот забег, перекидывать его не хочу. Смотрите. У нас очень крутой забег, у нас мы очень сильные, но при этом я взял огненный разум, что для нас будет опасно. То есть мы должны очень аккуратно действовать, иначе мы будем сами себя взрывать. Не надо танковать противников лицом. У нас мало здоровья, то есть забег интересный, сильный, но при этом опасный. И это как раз вот то, что я люблю. Сила и опасность — мое третье имя. Как раз то, что я люблю. И поэтому я останусь с этим забегом, наверное. Плюс горячий чили... Я не знаю, что он делает. И... Вау. Вы видели этот огонь? Он наносит нам урон? Нет, проверил. Молодец. Колода карт? Почему бы и нет? Почему бы и нет? И здесь нам императрица. Гуляй, шальная императрица. Так, сейчас будет призрак выпускать пиявок. Не, призрак, ты не понимаешь. Тебе хана. Я понял, что делает чили. Он выпускает огромные огни. Иногда, периодически. Я оставляю нам пока что этот забег. Только из-за того, что... Знаете что, огненный разум.
Это чертовски опасная хрень. Я вот сейчас начинаю потихоньку понимать, что мы на самом деле, скорее всего, убьем себя огненным разумом. Или огненным взглядом, или кто бы он ни был. Скорее всего, мы долго не проживем с ним. Давайте секретную комнату в этом случае поищем. Может, здесь что будет? Сундук? Сундук. А в нем ключ. Но у нас точно есть бомбы, чтобы пойти на следующий секретный этаж шахты. И надо, кстати, не забыть здесь забрать кусок ножа. Чили мне нравится. Я 100% вам говорю. Чили мне очень-очень симпатизирует как предмет. Иногда срабатывает, и когда срабатывает, уничтожает противников. Это хорошо. Дурачок, карта дурачка. Да, вот кусок ножа. Хорошо. Оп, там был секретный камень. В смысле, синий. Окей, так, идем на босса. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не нажимай пробел. Бельзебуб. Вот, смотрим картинку. Красавец. Но этого парня мы давно знаем. И он будет уничтожен за 2 секунды. У него шансов 0. Ну что, перекинем себя? Перед тем, как сделку с дьяволом брать. А, давай. Оу, май бог. Какого хрена? Окей, у нас проникающие выстрелы, защитные выстрелы и... Окей, мы оставляем этот забег, я вам гарантирую это. Очень низкая дальность стрельбы, но мы как-нибудь переживем это. Двойка крестей, отлично. Дурачок есть. Куча батареек, но мы оставляем этот забег, он слишком крут. Ладно. И... Окей. Заплатить 2 красных сердца за... За жажду крови. И что, потом ее перекинуть? Я не думаю, что это хорошая идея. У нас останется 0 красных сердец, если мы заплатим. Окей, мы поиграем в сделки с ангелом в таком случае. Пилюля? Телепилюля. Класс. Просто офигеть. О, синяя карта, мы заодно видим секретки. Один раз сыграли и хватит. До свидания. Потом у нас есть вот эта кошачья шкура или что она? Тело крикета, это тело одного из котов в этой игре. Так, телепилюли, телепилюли. Неизвестная пилюля. Бомбы равно ключи. Ну, у нас до хера ключей и 48-часовая энергия. Мы с собой возьмем императрицу. Да, возьмем императрицу. И пошли в шахты. Я сейчас объясню свою логику, почему мы оставляем этот забег. Больше, еще даже больше его оставляем, чем прошлый забег. Кстати, когда я говорю, что мы оставляем этот забег 100%, ну, если у меня рука дернется, мы используем D4 еще раз. Так. Окей. У нас защитные слезы. Плюс... Я ничего не вижу там, в той комнате. Тут темно. Может... Нет, комната, в которой еще один ключ находится, она должна быть, во-первых, по-моему, на следующем этаже. Господи, эти головы ездят на тележках. Во-первых, должна быть, по-моему, на следующем этаже, то есть на второй части шахт. Да, господи. Умри, пожалуйста, мой друг хочет умереть. Помогите ему, кто-нибудь. Да, у нас потому что проникающие выстрелы, тело крикета и... Кнопка. И защитные выстрелы, защитные слезы. То есть... О, полет как раз в самый раз. У нас никаких проблем не будет с тем, чтобы получить какие-нибудь крутые комбинации. Так, темнота, темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи. Если мы найдем что-нибудь интересное из предметов, то оно будет прекрасно сочетаться с нашими текущими предметами. Этот маленький мальчик играл, видимо, в паровозике и умер в процессе. Бывает. Вот вам бомба, сучки. Нет, нет. Вы не понимаете. Вы не понимаете. У нас иммунитет к взрывам? Серьезно? А что у нас иммунитет к взрывам? У нас иммунитет к взрывам. Окей, но у нас нет иммунитета к мухам. Только к взрывам. Ну, иммунитет к взрывам дает нам практически бессмертие, правильно? Ну, если я правильно понимаю. Да что ты будешь делать? Ты умрешь или нет? Мой хороший. Пока.
О, мой бог, он не умирает. Он не умирает, он отказывается умирать. Ох ты, козел, блин. Окей, мои бомбы падают просто в никуда. Бомж и коробка пауков. Ну, если мы D4 не будем больше использовать, то надо взять коробку пауков. Окей, знаете что? Мне нельзя верить. D4. Скидка в магазине, значит, у нас распродажа Steam, значит, мы 100% хотим в магазин зайти, что-нибудь там купить. У нас отличный урон. Что я вижу там из предметов у нас? Знаете, тут особо ничего не интересует. Более того, я пожертвую деньги. Так, пока что посмотрим предметы. Паук — это замораживающий выстрел, насколько я знаю. Ну, не замораживающий, а каменяющий выстрел. Шприц я вижу с ядом, вижу робу, вижу гимпи, вижу... Ну, гимпи — это дает нам иногда синие сердца, когда мы получаем урон. Хороший забег, веселый. И конкурсы хорошие. Наверное, бомбу не обязательно было использовать здесь, ну ладно. Пойдем, короче, на босса, разберемся. Это большой Гидеон, да? А, нет, Хорнфелл. Ну, я, смотрите, его заставку не пропустил. О, у него другая карта есть. Прикольно. Ну, это тот же чувак, только с другой картой теперь. Карта побольше. А, это лазерные, я помню, это лазерные бомбы. Да-да-да-да-да. Друг, прощай. Ой, господи, он упал с тележки. Мне его жаль стало. Мы возьмем здоровье максимальное. Сделок нету, ничего нету. Правильно? И мы, значит, идем дальше. Да, да. Окей, перекину ли я этот забег? Да. Я вам говорю, я его перекину. Может, не сразу, я побегаю, сколько мне с ним захочется. А потом под настроение перекину. Ну, то есть, мне очень нравится механика перекидывания забегов. Это как в казино. Сидишь, кидаешь. О, сейчас выпадет, сейчас джекпот, джекпот, джекпот. И потом, о, теперь мы сосем и убиваем себя с одного выстрела. Поэтому я не особо верю в то, что нам стоит перекидывать постоянно. Но мы будем это делать. Я, к сожалению, ничего не могу с собой поделать. Знаете что, мы возьмем реликвию. И попользуемся ей сколько получится. Бомбы равно ключи я не буду использовать. 38 ключей меня больше привлекают, чем 38 бомб. И, кстати, надо не забывать, что нам нужны будут синие сердца, чтобы закончить этот этаж. Поэтому наличие синих сердец в магазине меня радует. Я куплю это. Вообще, можно побольше пассивных предметов купить, чтобы у нас перекидывания были просто поинтереснее. Поэтому, если мы найдем достаточно денег, мы просто купим обе пассивки из магазина. Там свинья-копилка, еще что-то. И то, и другое бесполезно. Так-то, по большому счету. Но мы их купим. Просто, чтобы были. И чтобы мы их могли перекинуть. Окей. Так, прощайте, ребята, все. Я вижу, что там у меня, блин, это... Батарейка лежит. Я вижу, что батарейка лежит. Мы это сделаем. Окей, убедили. Хорошо, я не буду маленькой сучкой, я использую прямо сейчас. Так, что у нас? У нас много глаз на голове. Мы черные, у нас сплошные глаза. Выстрелы летят во все стороны. У нас есть голова козла. Карты. Из которых, не знаю, сила, наверное, хорошая карта. Я на всякий случай возьму сейчас батарейку, подберу. На случай, если это очень плохой забег. Посмотрим, какой урон мы наносим. Я так честно сомневаюсь в том, что у нас что-то хорошее. Особенно вот неудобно, что у нас выстрелы летят во все стороны. Кроме того направления, куда я целюсь. Хотя нет, по-моему, они летят в том направлении, куда я целюсь. Плюс в другие стороны. Так что не так все плохо. Проклятая комната окупилась. Пока что не будем перекидывать. Пока что походим с этим забегом. Мне интересно. Голова козла особенно меня интересует. Если она нам даст что-то крутое в сделке с дьяволом, то мы можем сначала перекинуться, а потом поднять эту сделку. Правильно? По-моему, я видел здесь секретный камень. Точно он. У нас еще мега-бомбы. Ключ. Библия. Ха. Ну ладно. Библия так Библия.
Так, вот эти... Я знаю, что здесь делать надо. Ну, то есть знаю. Я знаю, что их надо нажать в правильном порядке. Я не знаю правильного порядка. Попробуем. Я говорю левый нижний, левый... Ой, правый нижний, левый верхний, а теперь наоборот. Так, так. Окей, я не угадал. Ну, ладно. Ну, их точно надо нажать в правильном порядке. Какой правильный порядок, это уже другой вопрос. Поэкспериментируем. Ну, или напишите мне, пожалуйста. Наверное, лучше напишите, потому что экспериментировать долго будем. Отлично, херофант. Оу, две сделки с дьяволом. Хрена. Ну, то есть, одна сделка с дьяволом будет здесь, из этого парня. Падший дает всегда предметы сделки с дьяволом, насколько я знаю. Так, падший. Хорош. Я хочу тебя убить. У меня, кстати, большая бомба для тебя есть, падший. Так что сосай! Сосай! Это знаете, как этот чернокнижник в Хардстоне? Страдай! А это сосай! Очень смешно. Так. 9 жизней я хочу подобрать. Наверное, потом. Сначала возьмем сделку. О, так. Какой-то новый предмет. Знаете, этот забег меня не сильно прет. Давайте его перекинем, потом возьмем в сделку. Что? Что это? О боже, маленькая планета. Зато третья мушка дополнительная. Увеличение здоровья. Хорошо. Еще мушка, которая уже бесполезна. Окей, этот забег достаточно безумен для того, чтобы я его захотел оставить. Увеличение дальности. Паралич. Мы используем... Можем ли мы обмануть сделку с дьяволом, использовав карту силы здесь? Наверное, это глупо. Ну, давайте попробуем. Используем карту силы. Теперь возьмем сделку. У нас одно красное сердце осталось. Оно исчезло, да. Но теперь мы получим одно красное сердце, взяв 9 жизней. То есть теперь у нас 9 жизней. И какие-то очень странные слезы. Которые передвигаются в случайном порядке. Я не знаю, что происходит. Я буду с вами честен. Я без понятия. Но мы идем в мавзолей. И вот примерно в таком состоянии. Я буду честен. Этот забег выглядит как что-то, что я хочу в своей жизни иметь. Он выглядит очень опасным. То есть я не... Давайте используем сразу хирофанта. О, 3 сундука с кусками кота. 2, только один кусок кота. Я не знаю, как эти слезы действуют. По-моему, они двигаются вместе с нами. Или что-то типа того. Ну, тут еще сложно понять, потому что у нас маленькая планета. А маленькая планета заставляет слезы двигаться по орбите вокруг нас. У нас, кстати, вот есть еще друг синего ребенка, который очень хорошо с маленькой планетой комбинируется. Вот, друг синего ребенка, мы будем его использовать как основной метод нанесения урона. А эти слезы, они, смотрите, они летают как-то вот, когда я нажимаю стрелочки, они летают примерно в сторону, в которую я стреляю. Короче, я вообще не понимаю, что происходит, но мы точно возьмем ошейник Гаппи. Мы стали Гаппи. Мы, по-моему, стали Гаппи, ребята. Ну, этот забег мы выиграем. Мы, по-моему, не попадаем на секретного, суперсекретного босса. Но этот забег шикарен. То, что здесь сейчас происходит... Оу, у нас 1+1. Да, у нас Humble Bundle. Мы в шоколаде. Я не совсем понимаю, что происходит здесь. Как это все комбинируется, какие предметы это дают. Но это было очень круто. Я вам скажу, вот это с 100% уверенностью, что этот забег мы не перекидываем. Если я перекину этот забег, то я маленькая сучка. Поэтому, если нам попадется любой активный предмет, вообще любой, я говорю о любом. Если будет какашка, я возьму какашку. Нам нужны эти деньги? Да, мы хотим их, если что, пожертвовать. Машину для пожертвований. Здесь тоже, кстати, есть на... Оп, телепортация. На следующем, по-моему, этаже есть... Так, не перекидывай. Что ты будешь делать? А, кстати, мухи не призываются, когда мы синим ребенком атакуем. Другом синего ребенка. Синей мухой. Если я недостаточно точно выражаюсь. Ах, к сожалению, здесь жадность. Поэтому нам надо, чтобы мухи призывались стараться атаковать именно своими слезами. Вот этими вот подозрительными фиолетовыми слезами, которые кружат и летают в том направлении, которого я не представляю.
ну ладно. Ну, я не понимаю, как мне их контролировать. Они как-то вот они слегка летят в том направлении, в котором я нажимаю. Но не полностью. Наверное, здесь частично виновата маленькая планета. Так, что это за телепорт? Просто телепорт, понятно. Где-то здесь еще суперсекретный телепорт есть, который вот дает кусок ключа. Я бы с радостью, например, выяснил, как. Пока что не нашли. По-моему, он тоже на второй части мавзолея должен быть. Вот там, где мама. Наверное. Увеличение дальности. Я не знаю, куда нам еще дальность повышать, но, видимо, надо. О, мы не нашли комнату с предметом. Ну, мы в таком случае вернемся. Я не собираюсь пропускать этажи из-за того, что мне лень вернуться за комнатой, за предметом в комнате. За халявным предметом. Не, Михалыч, мы так не делаем. Не на моей смене. Так. Какие у нас там еще предметы? Ух, до хера всего. Я даже не хочу разбираться в этих дебрях. Мне интересно, но не настолько. Меня сам результат больше интересует, чем то, как оно получилось. Но то, что мы гапи, практически гарантирует нам победу. К тому же 9 жизней. Так что мы воскрешаемся. И я не знаю даже, что я сюда зашел. Если мы уже гапи, то нам как бы... точно, за головой Крикета я сюда зашел, естественно. Я же знал, что она здесь будет. Увеличение здоровья тоже не помешает для сделок с дьяволом. Конечно, за головой Крикета, естественно. Что, вы могли подумать по-другому? Естественно, я шел за головой Крикета. Ну, теперь урон у нас должен быть просто гигантский. Как бы проблем никаких возникнуть не должно. Что мы хотим в комнате с предметом? Самонаводящиеся выстрелы? Ложку? Любой новый безумный предмет? Бримстоун? Вот это вот у нас. Вот. Вот это какой-то телепорт в секретное место. Что сделать здесь надо? Здесь ли находится этот кусок ключа? Кусок ножа. Хороший вопрос. Ну, здесь точно свет другой, музыка чуть-чуть поменялась. В сундуках, конечно, немного интересного. Оу, маска. Класс. Я бы предпочел что-то, что увеличивает урон, потому что урона много не бывает. Ну да ладно. Там какая-то должна быть вроде комната с рунами или как-то так. Комната с рунами. Ха. Вы поняли? Типа с рунами. Окей. Прошу прощения. Может она секретная? Давайте взорвем. Нет. Никаких срун не вижу. Вижу проклятую комнату. Мы зайдем на всякий случай. И магазин. Карта не помешает. Что нам еще тут? Синее сердце, я не знаю. Деньги есть все равно. Знаете что, я обещал... О, боже мой, Стивен. Я обещал сменить активный предмет. Если мы D4 не используем, то бутылка с пилюлями лучше. А мы его не используем. Этот забег слишком крут для того, чтобы я его бросал. Ну, потому что можно бесконечно использовать D4, да. Я понимаю, что можно было еще поперекидывать. Но мы успеем. А если что, если это не очевидно, то антиберс в ближайшее время не заканчивается. И не закончится с выходом нового Айзека. Это что? Это резиновый цемент. Эти пули теперь будут отскакивать от стен. Да? И от противников. Окей, мы собираем лучший забег в мире. По-моему, я здесь не наблюдал этого. Никакой секретной комнаты с кусками ножа. Я могу ошибаться. Но вот это, мне кажется, была не она только что мы прошли. Мне кажется, какая-то другая. Хм.
Вопросы. Ладно. Куча зовут этого. Зовут этого босса. Ему хана. Он просто не имеет шансов. Синтоил еще больше урона. Конечно, пожалуйста, выдавайте. И голова Гапи. Ну, голова Гапи по-любому вместо пилюли мы берем. Нужно больше мух, потому что у нас явно нехватка мух. Так, и вот следующий этаж. Вот именно на этом этаже должна быть комната с куском ключа. Опять же, мы уже не имеем возможности собрать все три куска. Я знаю, что их три нужно. Но мы попытаемся как можно больше получить. Так, хорошо. И таким образом мы попадаем сюда. Здесь просто... Золотой сундук не интересует. Вот это она, да? Смотрите. Вот мы куда-то телепортировались. Ага, мы телепортировались на секретную локацию в мавзолее. Теперь, используя наши адские слезы с... Вот она. Здесь надо что-то сделать. Оп, я между ними телепортируюсь. В каком-то порядке между ними портануться. А, подождите, стоп. Вот она, еще одна такая длинная комната, видите? Похожая. Мне сказали, что вроде бы в таком же порядке нужно зажечь огни во второй комнате. Ладно, мы сейчас исследуем здесь все. Найдем тут комнату с предметами, если она здесь. Так, еще одна. Здесь вообще обычный сундук не интересует. Оу-оу, компьютер, че ругаешься? Че пищишь? По-моему, этот резиновый цемент, кстати, действует с нашими безумными слезами. По-моему, он отскакивает. Ну, точнее, слезы отскакивают от противников. Комбо работает. Нас ничего не интересует. Бомбы, ключи, все пофиг. Окей. Еще раз. Идем обратно. Сейчас мы найдем вторую длинную комнату. Вот здесь, в первой части мавзолея. Еще деньги. Нужно больше денег. Оп, застрял. Так, комната с предметом. Это хорошо. И... да, детка, мы можем пойти на мега-сатану. По-любому я хочу на мега-сатану. Сомнений быть не может. Абсолютно никаких. Детка, мы идем на мега-сатану. Это будет крутой забег. Мы убьем мега-сатану. Но я уверен, что мы его убьем. И новые предметы. Дополнительный активный предмет можем взять. Плюс черная свечка дает нам иммунитет к проклятиям. Все классно. И второй активный предмет, значит, берем еще и голову Гапи с собой. А ключ мы оставим чисто для мега-сатаны. Потому что ключи нам экономить смысла нет никакого. Мне вот интересно, может этот папин ключ... Это папин ключ, он открывает все двери, включая дверь к мега-сатане. Подождите, а вторая длинная комната, это комната с мамой, что ли? Что-то я не понимаю. С боссом, то есть. Нет, комната с боссом, вот она слева. Вот! Вот то, о чем я говорил. Смотрите, горят огни. Эти огни надо зажечь в той же последовательности, в которой и... там горели эти штуки. Окей, знаете что? Я сейчас это сделаю и... вернусь. Окей, я все запорол. Наши слезы такие странные, что я не мог нормально отстреливать огни слезами. Я использовал бомбы и потушил один лишний огонь. Так что, к сожалению, не получится. Ну ладно, идем на маму, проходим ее, за 2 секунды убиваем, идем дальше. Мы берем... Надо было, наверное, на сатану сходить. Что-то я провтыкал. А, ну мы все равно идем на мега-сатану. Так что, нам лучше... Пойдем в сундук, я имею в виду.
А потом пойдем на мега-сатану. Так. И будем использовать... Ну, кратчайшим путем будем передвигаться. Не то, чтобы у нас какие-то проблемы были. Или нам что-то требовалось, но... Блин, как эти слезы работают? Я не понимаю. Такое впечатление, что когда я вот нажимаю клавиши, стрелочки, которыми я пользуюсь для наведения... Ну, для выбора направления стрельбы, что у меня... Тогда слезы эти двигаются. Знаете что? Мы... Это самый сильный персонаж, который у нас был. По-моему, этот чувак сильнее, чем Бримстоун. Чем наш забег с Бримстоуном и Азазелем. Ну, учитывая, что мы не были Азазелем со старту. Так вообще жесть. Урон гигантский. Знаете, я не хочу в этого чувака играть даже. Меня особо не интересует. Я не думаю, что у нас какие-то проблемы могут вообще возникнуть. Еще мы противников замедлили почему-то в этой комнате. И кот пришел. Кот мой хороший. Не ломай мой компьютер. Будь так добр. Я тебя так люблю, мой кот Гудрон. Иди. Ты куда хочешь? Иди. Наверх, на шкаф. Тебя подсадить? Пойдем. Ты, господи, держись. Я тебя подсажу. Давай, молодец. Хороший кот, хороший. Ты хочешь обратно? Не выдумывай. Сиди на шкафе. Мы идем мочить маме на сердце. О боже, она умерла за... долю секунды. Ну, оно еще не умерло, но оно сбежало наверх за долю секунды. Сейчас умрет. До свидания. До свидания. Оу, что-то мало сделок с дьяволом. Ну, зато вот эта одна сделка с дьяволом была очень крута. И пойдемте. Главное не забыть мега-сатану завалить. Уж этого мы еще не делали, это точно. Так, кот, ты теперь хочешь обратно, да? Правильно? О, боже мой, он упал, бедный кот, господи. Ох, ну, при падении, надеюсь, что он ничего не сломал, что запись еще идет, и компьютер работает, и микрофон работает. Если нет, то очень плохо, потому что я этот... О, император, класс. Сразу на Айзека. Даже этаж проходить не будем. Привет, Айзек, как дела? Как жена, как дети? О, ты еще живой? Фига ты даешь. Я не понимаю, как этими слезами пользоваться. Но мы все равно убили Айзека за секунду. Так, ладно. О, да, детка. Странный гриб, номер один. Увеличивает скорость стрельбы нашу. Ну, эти два активных предмета нас не интересуют, но в любом случае мы идем на мега-сатану. Мы идем на мега-сатану. О, какой! У него новая картинка, что ли? Какой страшный красноглазый мега-сатана. Иди к папочке. Я подозреваю, мега-сатана, что у тебя шансов очень немного что-то против нас сделать. Да, у него чуть-чуть, тем меньше нуля шансов. Потому что... Наши слезы превратились в адскую машину для убийства. Но они были ей, но то, что мы еще подобрали два увеличения скорострельности, два больших увеличения скорострельности, то стало вообще пофиг нам. Это жесть. Я обожаю этот забег, он мне очень понравился. Я провтыкал, конечно, решение с ключом. То есть ключ я не захватил. Ну, нож, в смысле, для секретного, для суперсекретного босса. Но зато, может, в следующий раз, когда у нас будет не такой читерный забег, посмотрим секретного босса. Так, мега-сатана, гуляй. До свидания. Вау. Сейчас будет заставка, по-моему. По-моему, я мега-сатану еще не убивал. Ну, давайте заставку посмотрим. Ну, я имею в виду, не убивал на этом аккаунте. Заставку посмотреть будет неплохо. Айзек превратился в мега-сатану. Шок всем смотреть. Страшно. Окей. Я благодарю вас всех за просмотр, и я надеюсь очень, что вам понравилось это видео. Если это так, то подумайте над тем, чтобы нажать кнопку лайк внизу. Хотите смотреть продолжение, конечно, подписывайтесь. А я благодарю вас за просмотр, мы увидимся с вами обязательно в следующий раз.